Идея о воркаут-площадке у курских атомщиков появилась 2 года назад. Чтобы узнать, заинтересует ли это горожан, в соцсетях они пригласили всех желающих на первую тренировку. Первую студневку мы включили с 1 марта. Естественно, это был еще снег, были еще морозы. Но то, какая активность была на этой студневке, показало, что воркаут, в принципе, может прижиться в городе Курчатове. Команда атомщиков создала проект. Через год в Курчатове открыли площадку воркаута, самую большую в регионе. 100-дневный воркаут – это 3 месяца тренировок, которые подойдут и новичкам, и любителям спорта. Для занятия уличным спортом не нужно идти в спортзал и приобретать специальное оборудование. Мне не нужно тратить время на то, чтобы, например, как некоторые люди ездят в зал, то есть тратить время на дорогу. Я просто могу прийти на площадку в любое время года и потренироваться. Команда воркаут Курской АЭС запустила уже 8-ю 100-дневку. Вместе атомщики провели больше 500 тренировок. В одной 100-дневке участвует примерно 300 человек. Больше половины из них – атомщики. Курская АЭС и команда воркаут Курская АЭС делают все возможное, чтобы молодежь, как атомной станции, так и города, развивались физически. Именно на это нацелена программа «100-дневный воркаут».